на праздник в Китсбург заглянули самые настоящие сказочные персонажи – Белоснежка и ее маленькие друзья-гномики. Присутствующим они дарили улыбки и отличное настроение. Ребята постарше, ученики 8-й школы, исполнили кадетский вальс. Танцы, песни, игры, поздравления – все это звучало в адрес прекрасной половины человечества. Ведь 8 марта, в самый нежный весенний праздник, организаторы Китсбурга решили совместно с творческими коллективами нашего города, Центром детского творчества, Детской школы искусств, учащимися 8 школы, наполнить праздничный день яркими волшебными красками. Изюминкой вечера стало выступление артистки из окружной столицы Татьяны Рочевой. Ты же лучше меня, ты добрее меня, я хотеть не устану, ты же лучше меня, ты умнее меня, ты моя. Отличный праздник, много детей выступает, поздравляют своих мам, передают весну, которая пока еще к нам не пришла. Все отлично, прекрасно, пусть все порадуются сегодняшним днем. Отлично, все хорошо, все отлично. Праздник для детей просто. Хорошо, спасибо всем. Тут замечательно, тут и красиво там поют, и делают все хорошо. Ни одно мероприятие в детском развлекательном центре не обходится без радостного смеха детей. А праздники здесь проходят часто и по-особенному. Будь то Новый год или день рождения, День защитника Отечества или Масленица. В любой день с 10 утра до 10 вечера в Китсбурге каждый ребенок найдет себе занятия по душе. Автоматы-симуляторы, батуты, лабиринты, гонки на машинках. И это еще не весь перечень развлекалок для мальчишек и девчонок, а также их родителей. Здесь интересно, что есть батуты, все разное. Ну, все разные такое. Разные развлечения, автоматы разные можно поиграть. На батутах можно попрыгать, поиграть. Набегавшись, напрыгавшись, разгуляв аппетит, можно не торопиться домой на обед. В детском развлекательном центре работает кафе. Здесь можно и чай с выпечкой отведать, и плотно поужинать. Для сладкоежек большой ассортимент мороженого, пирожного, шоколада. В общем, голодным никто не останется. Приглашаем в детский развлекательный центр Китсбург на веселые аттракционы, веселые конкурсы наши. Также будет у нас всегда работает кафе, в котором недорого можно покушать. И смотрите афиши в интернете, в соцсетях ВКонтакте. Смотрите афиши и приходите в Китсбург. Отличное настроение гарантировано всем.